Мы поняли, что мы не учим. Мы не умеем делать презентации в PowerPoint, писать разные бюджеты, как это у них тут называется, в Excel. Решили просто взять и сделать ресторан, и его презентовать нашим, нашему любимому жюри, менторам и всем остальным. Открываем. Ох ты ж, ёлка, матрешка. Пожалуйста. Где у нас основной стол? Ну, вот ваш основной стол. Браво! Спасибо.
Птица – это фазан, перепела, голуби и утка. Подаем порционно, в зависимости от размера. Цена 89 гривен. Рыба. Язя. Лапа. Радужная форель. И хрустящие карасики. Граммаж 250 граммов. За язь, лапу и радужную форель 79 гривен. Карасиков 350 за 79 гривен. То есть цены вполне гуманные, можете к нам приезжать. Дальше салаты, закуски и всякое такое, но это уже не самое основное, поскольку мы специализируемся на дичи. И я надеюсь, что сейчас наши менторы смогут продегустировать наше первое меню. Дичь в студию! Первое блюдо – это разрешите. Перепел. Перепелов продуктов ужина не будет. Я настоящий. Стейк из медведя. Это у нас дикий табачок. Очень дикий. Корсура. И это что, без ограничения за одни и те же деньги? Дима, он не самый. Я попрошу вас. Мой коллега Яков. Зеленый, так, он походный, мне поможет. Да. По точку. Начнем с женщин, пожалуйста. Очень просто, классическая схема. Аренда 20%, вход 15%, фудкост 30%, коммунальные 5%, прочие, маркетинг 5%. Ну, соответственно, рентабельность 25%. Ну, нормально. Для начала, это для запуска. Дмитрий нас говорил, что мало, но мы думаем, что для запуска нормально. Инвестиции 800 тысяч, оборот в месяц 300 тысяч гривен, прибыль 75. Срок окупаемости 11 месяцев. Проект имиджевый, он не должен окупаться быстро. Вот. Ну а соответственно деньги нам поможет кто считать, конечно же, Айка. Поаплодируем, Айка. Мы знаем, что мы делаем. Вы примите просто эти цифры, и все будет хорошо. Вот. А второе про маркетинг. Вот. Вы скажете, почему гости потенциальные должны к нам как бы приехать? Ну далеко, елки-палки. Тем более мы делаем ставку, возможно, там, на Киев, на Черниговскую область и прочее, прочее, прочее. Ну, про наше универсальное торговое предложение вы слышали. Вы знаете, что мы будем заботиться как бы, о детях, самое главное о детях. И на нем, в принципе, на этом будет строить как бы свое продвижение. Продвигаться, понятно, будем через интернет, через соцсети, выявим в соцсетях те группы, которые нам интересны, ну и как бы через них будем пиариться. Так как наша концепция семейная, как говорили, ресторан, целевая аудитория и нам, и вам, в принципе, как бы ясна. Вот, остальное дело техники. Ну, конечно же, турагентство, указатели, битборды и прочее, прочее. Вот, самый главный вопрос, что мы даем, ну, вернее, какие мы проблемы решаем в наших потенциальных гостей. Это самое главное. Семейным парам, что мы даем? Папе напиться, настреляться и, возможно, отстреляться. Вот. Маме отдохнуть от своих суетливых детей, потому что как бы есть няни и аниматоры. Вот. А ребенку отдохнуть от своих скучных родителей. Ну и, соответственно, съесть хорошую дичь. Вот, в принципе, как бы все очень просто. Но на запуске заведения, соответственно, мы приглашаем самых ярких представителей средств массовой информации. Вот. Они так же, как и мы, здесь наедятся, напьются, похмелятся и уедут абсолютно довольны. Соответственно, мы создадим такой интересный информационный шум, и я думаю, что они как бы пропиарят это заведение достаточно хорошо. Все просто. И так проект обречен на успех. Вот. Если
нужно полностью концепцию, маркетинг и прочее, прочее, прочее. Отставляйте свою электронную почту, нам не жалко, мы вам все вышлем, все расскажем. Вот, и самое главное... Вот Дмитрий... Спасибо Борисову! Спасибо, я не закончил. Вот самое главное, что Дмитрий Борисов считает, что рестораны нужно открывать за 2-3 месяца. Мы считаем, что их нужно открывать за 3 дня. Вот. Спасибо ему большое.